Во Дворце молодежи проводят регулярные занятия 19 творческих и спортивных коллективов в Нефтекамском. Здесь есть танцевальные классы, вокал и даже клуб веселых и находчивых. В каждом из направлений с детьми занимаются настоящие педагоги, дипломированные специалисты своего дела. Гулю Пирус знают многие нефтекамцы. Она научит петь любого, даже того, кому медведь на ухо наступил и слуха нет от слова совсем. Возраст тоже значения не имеет. Сюда идут заниматься как девушки, так и женщины за 60. Для меня большая честь быть частью Дворца молодежи и представлять вокально-эстрадное отделение. Мы работаем уже несколько лет и активно готовимся сейчас к празднованию юбилея дворца. В нашем вокальном отделении занимаются огромное количество женщин, а также детей разных возрастов, и мы всегда открыты для новых участников нашей вокальной студии. В этом учреждении можно научиться не только петь, но и танцевать. Здесь базируются 4 хореографических коллектива. Все они ежегодно принимают участие в различных конкурсах республиканского и федерального масштаба и привозят в Нефтекамск достойные награды. На базе нашего учреждения занимаются 4 хореографических коллектива. Это такие коллективы, как образцовый театр танца «Версаль», образцовый ансамбль акробатического рок-н-ролла «Фристайл», образцовый ансамбль спортивного и бального танца «Арт-данс», а также народный хореографический ансамбль «Сюрприз». Все эти коллективы принимают активное участие во всероссийских конкурсах, республиканских конкурсах. Еще одним привлекательным для молодежи направлением стала Лига КВН. На протяжении 10 лет на базе Дворца молодежи воспитываются новые команды. На данный момент функционируют 2 лиги. Юниор-лига, в составе которой школьники и студенты, и Лига КВН «Нефтик», где играют студенты и рабочая молодежь. За это время здесь воспитано более 200 детей, и более 15 команд являются разными призерами. Многие команды-участницы в Лиге КВН «Нефтик» являются участниками телевизионных лиг. Многие команды, такие как город Казань, город Екатеринбург, город Ижевск. Парни и девушки, которые играли в наших лигах, обучались некоторым азам КВН. Сейчас они, кто-то работает на первой телевизионной лиге, кто-то является участником премьер-лиги. И самая приятная последняя новость, что участники Лиги КВН «Нефтик» являются финалистами московской премьер-лиги совсем скоро. Вот у нас игра состоится у парней, где мы поборемся, покажем, что Нефтекамск самый смешной город. На базе Дворца молодежи регулярно проводятся различные тематические мастер-классы и образовательные форумы. Кроме того, здесь часто проходят городские концерты и праздничные мероприятия. Этот год оказался для всех непростым, поэтому торжества в честь юбилея Дворца пришлось отложить на неопределенный срок. Этот год для нашего учреждения очень значимый и важный, потому что в этом году Дворец молодежи празднует свой юбилей. Нам в этом году 20 лет. К сожалению, в связи с сложившимися обстоятельствами в стране, мы вынуждены перенести дату на неопределенный срок, так как все сотрудники, весь наш штат на данный момент занимаются сбором гуманитарной помощи для мобилизованных граждан. Несмотря на то, что праздник пока не состоится, работа Дворца молодежи продолжается в прежнем режиме. Дети и подростки под началом опытных педагогов достигают новых высот, а руководство отправило заявку на участие в новом конкурсе грантовой поддержки. В случае победы Дворец молодежи получит дополнительные средства на дальнейшее развитие и благоустройство. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».